Смотрите, какая она девочка-девочка. Она под музыку подтанцовывает в любом положении. Всем привет! Смотрите, какое у нас солнце. У нас весна, на улице почти плюс 10. Ну, мы пока дома сидим, никак Ника плачет, потому что я у нее забрала телефон. Мы же с ней боремся, понимаете? У нас один телефон на двоих. Но мы сидим дома, потому что Ника болеет. Сейчас ждем пацанов наших, они поехали на тренировку, купили продуктов. И сегодня мы с Андрюшкой будем печь кексы, классные, сладкие, в детских, в силиконовых формах. Главное, чтобы она не пристала, потому что мне говорили, что формы с АТБ силиконовые, они дешевые, и в них иногда пристают кексы. Я не знаю, может ее прикипятить или как, что делать с ней, не знаю. Я сегодня проснулась, это весеннее настроение на меня прям нахлынуло. Я быстро все пропылесосила, застелила все постели и не монтировала видео. И знаете, я еще не садилась. Сейчас я побегу, бегом сяду, смонтирую видео, потому что нужно, чтобы она вышла, мы же вчера снимали. Сделаю себе кофеек и буду наводить порядок дальше на кухне, потому что будем готовить. Я люблю убрать до готовки, приготовить, засысы все и потом опять прибраться. Все, ладно, отдаю Нике телефон, потому что ребенок плачет. Я прям в шортах и футболке, дома жара неимоверная. Слышите, как плачет? Бегу отдавать. Андрюшка пришел с улицы, ноги промочил. Парит. Сильно. А что ты, если почувствовала, что ножки мокрые, домой не шел? Сначала я не чувствовала, как сразу наигрался, почувствовала. Когда наигрался, тогда и почувствовала, да? Ага. Ну, ставь ножки полностью в водичку, давай. Печет. Ну, там не сильно горячая вода, пробуй, давай. Пересиливай себя. Для пяточек это нормально. Для пяточек нормально, для пальчиков жарко? Угу. Давай, давай. О, боже мой, киндеры рассыпанные. Папа, привет. Почекай. Папа, почекай. Ника рассыпала киндеры. Ну что ты, папка, дома будешь? Фара не работает? Угу. Да? Ну скажи уже всем привет. Привет всем. То отстань, подожди, весь занятый. Андрюха, все, ноги попарил, даю полотенце. Не-а. Че не? Еще мерзнуть. Угу. На, держи. Ага, когда закончу. Сегодня у нас проблема, YouTube не принимал наши видео. Если бы Димы дома не было, я бы не загрузила бы точно. Ага, и без меня тоже. Да, Ника? Перекодировали и переименовывали, да? Ну. Ничего не помогало. Надо быть специалистом. Перезагружали. Ну, поэтому сегодняшнее видео будет поздно наше. Итак, я поздно села монтировать, и потом не заливалась. И вообще, не судьба. Ника, что это такое? Не ноги. Сейчас в тазик с водой к Андрею упадет. Головой, да? Значит, будем печь кексы сегодня вместе? Да? Буду за компьютером. Программировать. Я сейчас буду фотку делать еще. На видео. Ты сделаешь, хорошо. Ника падает уже в тазик, я ее не удержу. Удержу. Она висит мне с головой в тазик, Андрей, где он ноги парит. Я там сварила сардельки, яйца. Пойдем кушать. Конечно. Тефтели, слушай, я столько тефтелей сделала, они уже надоели, по-моему, нет? целый этот. Кто хочет тефтелик, приезжайте, мы вас накормим. Или сарделик. Сарделик? Сардельки не надоедают вам, по-моему. Что ты хочешь, сардельки или тефтельки? Сардельки. Блин, капец, можно ничего не готовить, если можно есть одни сардельки. Вероника, она там? Машу смотрит и держит свой хвост. Готовится снимать резинку. Вот что делает Ника. Ты мастерила папин телефон, там и видео заливается. Андрюха уже вот так упал на пол. Ты не вальди слушаешь? Сам себя нажимай. Да. Нарушение авторских прав. Ты нарушаешь. У Димы этот магнитофон такой типа. Он тебя включает и слушает. Кстати, классная очень игрушка. Очень классная. Ника ее любит, кстати, с детства. Но Ника уже взрослая, она с детства любит. Потому что музыка тут, и звук приятный, и музыка вся классика, а не этот граммофон китайский. Покупаешь игрушки, а потом орет, надо заклеивать эту скотчем. Помнишь, мы все время этот микрофончик заклеим? Да. Если один скотч не помогает, скотчем заклеиваем, то два скотча, если одного мало. Чтобы тише было. Пришла Ника к папке. Дочь, что он включил? Это же не Маша. Что-то не то, да? Мася, Кася. Ника компоты пьет, мандарины ест. Все вещи попортила уже. Машу, давай. Маша. И что мы, Андрюха, будем готовить? Машинки. Кексы. Да? Давай покажем, какой форму. Ага. Вот такие. Вот такие машинки, да, будут? Давай поближе покажем. Вот такие красивые машинки. Ага, их 3 вида. Да, 3 вида, 3 разных машинки будет у нас. Ага. Сейчас у нас задача взвесить 300 грамм сахара. 300? Но это у нас двойная порция. Мы вам напишем рецепт под видео, чтобы вы не путались, потому что мы делаем двойную, а на одну, как нужно будет, мы все напишем, да? Да. Смотри, мы сейчас будем насыпать сахар, пока тут не станет 300. Ага, тут еще 0. Давай, ты будешь насыпать? Ага. Давай. Давай по ложечкам. Нет, ну зачем? Смотри. Ты мне скажешь, когда стоп? Ага. Еще. Еще немножко. И еще 2. Все. Ура! Мама. Что, забери? Тут его слишком много. На 6 грамм, на 4 грамма больше, на 3. На 3, да. Все. 300 грамм сахара. Вот столько сахара у нас получилось. Почти целое миску. Это мое. Сейчас мы будем взбивать яйца с этим сахаром, да? Ага. А потом... это дело мое. Ты будешь взбивать, да? Ну, мы побежали, потому что миксера у нас тут нету. Теперь добавляем молоко. Да. Хорошо. И дальше будем взбивать. У нас закончилась мука, и мне пришлось бегать в магазин за новой пачкой. Сейчас мы ее откроем и будем на наш рецепт взвешивать 500 грамм. Андрюша, ты где главный повар? Главный повар маминого канала. Ага. Усыпай еще. Еще. Еще 400. Так. Еще чуть-чуть. Еще 10. Теперь аккуратнее. 8. Все. 9. 520 у нас получилось. 521. Но там на порцию 250-300 написано, поэтому 500-600 примерно. Ну, сначала мы добавим этих 520 и посмотрим по тесту. 521. Что ты сейчас делаешь? Я разорву эту шоколадку на миллиард этих кусочков. Что тебе нужно сделать, скажи? Сейчас я ломаю шоколад на кусочки. Что мы будем делать? Мы будем ложить эти кусочки шоколада в наши кексы, чтобы они были с шоколадом, да? Да. чтобы были повкуснее. Давай я тебе помогу, и тебе будет проще. Сначала ломаем на полосочки, а потом на кубики. Вот. Видишь? Я тебе просто показала пример. Можно я съем один? Вкусненько. Мы взяли обычную дешевую шоколадку. 7 гривен. Такое. Черный шоколад. Молодец. Вот такие у нас должны получиться кусочки. Давай ближе покажу. Вот. Все. Начинаем нашу форму смазывать маслом и будем сюда ложить тесто. Ты будешь ложить туда тесто? Да. Все, поехали. Мы наполнили наши формы. Нагревается духовка, и сейчас мы их поставим туда. И шоколадки положим. Обязательно. Вот такие кексы у нас получились. Бабочка, медведь и машины. Сейчас я поставлю пудру. Покажу машины. Вот такой грузовичок. Серединка. Шоколад у нас. Такие машинки. Сейчас посыплю пудрой, чтобы было уже окончательно сладко. Так. Вот. И сейчас я вам покажу, какие на вторую порцию у нас получились кексы. Андрюха, ты доволен кексами? Какие у тебя получились? Ваерка мне особенно нравится. Да? Вот у нас тут еще обычные кексики, Микки Маус, и там такие формочки. Вот такие вот. Пусть чуть-чуть остынут, тогда мы их достанем. Что-то они такими бульками отломала. Зато вкусно. Мы наелись кексов, сидим на диване, а Андрюха еще хватает сил кувыркаться. Андрюха, что там за пакет лежит? Подними-ка его. Да, сложи. Ну, правильно, там ему место. Прыг-скок, прыг-скок. Ты как лягушка. Не видно тебя. Ника соску бросил. Получайте сдачу. Ника! Апчи! Апчи! Моя ты зайка золотайка. Моя. Уничтожить! Уничтожить грязь. Левый ромашку забрала. Ага. Я нашла сегодня эту ромашку в тетради. Ника в Андрюшкиной маечке. У нас жара дома, мы кексики пекли. И духовка нагрела квартиру вообще. Ну только ты больно так не бросай, ей же больно. Вчера нас мамой холодильник мыла, да, Николашка? Да, да, да. Смотри, как она танцует. Такая. Зарядка. Молодец. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Оп, и... Опа! Вот лучшая зарядка, вот такая. Смотрите, что я купила. Попкорн со вкусом сыра. Сейчас Дима разберется, как его делать и приготовит нам. Да, Димась? Димась. Короче, Дима читает на румынском, как делать попкорн. Дим, что там? Что-то понятно? Попкорн будет? Слушайте, смотрите, как внимательно прям губы шевелятся. Что ты там прочитал что-то? Прочитал, что инструкция на интерьер бэк. Может, в пакете надо ложить, не открывать? В середине, наверное, инструкция. А там будет написано, что не вскрывайте пакет, да, в инструкции? Такое может быть. Прям в пакете. И тут инструкция. Во! Но это в этом надо ложить. Ну, это понятно. Вот тут читаем теперь инструкцию. На каком? На румынском можно не читать, хочешь? Смотри. Положить в пакет 2-4 минуты, хлоп-хлоп и готово. Все? Хлоп-хлоп и готово. 4 давай. На 3,5. Давай на 4. Сейчас будет хлоп-хлоп, Андрюш. Что вы делаете? Тарзанка злая! Ника раздетая. Тарзанка злая. Андрей, сейчас бабах будет попкорн. Папка готовит попкорн. Все? Я это вижу собственным глазом. О, сейчас сколько будет попкорна у нас. Класс. Что там, Андрюх, ждешь? Попахнет как? С сыром. Андрюха не любит сыром, Андрюша любит только сладким. Такой попкорн получился. Такая здоровенная пачка, получается 18 гривен. Классный попкорн, мне нравится. Но я бы его подсолила, правда, Дим? Давай я посолю. Там даже какой-то соленоватый. Будем смотреть кино «Движение вверх». Раскладывайте диван, берем пледы. Димаш, советуешь фильм? Классный фильм. Правда? Ну. Супер. Я, кстати, название фильма увидела у кого-то из блогеров, советовали в комментариях. Этот фильм называется «Движение вперед», да? «Движение вверх». «Движение вверх». Да, советуем посмотреть. Очень крутой фильм, такой эмоциональный. Мы вообще тут все орали просто в конце фильма. Давай, 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 давай. Мы не будем рассказывать, о чем фильм, да? Ну, о баскетболе. Не, ну фильм о баскетболе, да, но само... Да, о сборной СССР. Но фильм очень сильный, очень классный. Я прям прослезилась в конце. Вообще сильно так. Давно мы не смотрели такой фильм, но действительно с такой силой, с таким смыслом. Сейчас какие-то фильмы мыльные все, это вообще супер. Даже Ника посмотрела кино. И Андрюшка. Да, Андрюшка это главный телезритель. Да. Папа ему все пытался вдолбить в голову, что нужно быть спортсменом, что нужно бороться до конца, не терять силу и веру. В следующее воскресенье уже соревнования? Да. Капу надо найти. Угу. И срочно. Поедем с вами на соревнования к Андрюшке в воскресенье. Маме оставим Нику и возьмем вас с собой. Но я же такая эмоциональная, я там буду плакать и кричать. Так все там кричат? Да. Это нормально? Все, будете все кричать со мной вместе. Ты же будешь болеть за своего сына? Все, девочки, будете орать там со мной вместе. Андрей, Андрей. Ну все, всем спасибо за просмотр, за то, что вы нас сегодня смотрели. Мы будем идти ложиться спать, хотя на таких поднятых эмоциях я вообще не усну, наверное. Все, всем пока-пока.